Всем привет! Немного из жизни в мастерской. То есть проекты, которые не попали в видео, так как не было времени снимать, делал все быстро. То есть посмотреть, сейчас покажу немного бардак, какой у меня творится, потому что не успеваешь иногда просто убирать. Потому дотягиваешь до последнего, а потом уже массовая уборка. То есть проекты, которые не вошли, то есть мелочи, часы в стандарте, которые видео не запилил. Вот бардак на столе. Вот такие настольные часики. Так они не попали, не будет с ними видео. Делал быстро, как-то не дошло. Руки не дошли снимать. Потому покажу их так. Эбоксидка, подкрашенная в зеленый цвет. Снизу красное дерево. Потом еще одни из такой мозаики готовятся часики. Циферблат вставки красного дерева. Ну и так, из этого же белого с такими пороками, типа остальные цифры, чтобы не сильно в глаза бросались, но они типа были. Да, бардак, работа кипит. Так, вот еще одни часики готовятся. Уже подобное видео было на такого плана часики. Будет вот так вот. Пока как раз работаю над ними. То есть уже осталось основание доделать и приделать сердцевину. То есть уже близятся к завершению. Так, по быстрячку был, сделал таких три полочки для всякой ерунды. Уже начал замещать ящики, потому что не сильно удобно. Много места занимают, а слаживать некуда. Потому начал замещать, все это как-то более компактно слаживается. Еще сделаю несколько таких ящиков, забью территорию и как раз все, весь хлам смогу сложить в эти ящички. Моя съемочная площадка, образно говоря, то есть мой фон, весь инструментик. Да, был, заменил. Здесь у меня были тоже из ящиков стеллаж. Я его переделал, сделал полки, и в ящиках все мелкие заготовочки, которые, как всегда, жалко выкинуть, но часто пригождаются. Решил оставить в ящиках здесь. Уже намного больше места освободилось. Стенд с инструментом. Скажу вам, с таким стендом уже руки сами знают, куда тянуться, где что лежит. То есть сразу быстренько ухватил, хоть и на ощупь. И уже намного проще работать. Особенно в маленькой мастерской, по-другому ну никак не получается. В общем, вот такая маленькая экскурсия из моей мастерской в рабочие будни. Какие проекты делаются. Не знаю, в видео, в принципе, планов много на видео. Готовлю их. А как руки уже дойдут, не знаю. Может, будут какие-то дни пропуска. Хотя буду стараться этого не делать, но посмотрим. Хочу, конечно, все успеть. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, потому вот это бывает, снял хотя бы такое видео, чтобы знали, что я не пропадаю, что все идет, работает, готовятся проекты. Ну, в принципе, то есть буду стараться по максимуму сделать как только можно быстрее. То есть знайте, что я не пропадаю. В общем, всем пока, до новых встреч!